пошла ворожительная женщина и стала уговаривать его. Он внимательно посмотрел на нее и улыбнулся. «Вы очень красивы, и мне приятно, что вы меня просите. Но я не дам своего согласия. Эта запись делается для будущих поколений, и я предпочитаю исполнение лондонского оркестра». В нем доминировало, так сказать, его, ну, наверное, так можно будет сказать, большое сердце, горячее сердце. Вот, то есть он не мог бы...